На данный момент, признаюсь, сезон у них выходит отменный. Хорошие шансы на повышение. Да мне кажется, что и на чемпионство шансы тоже есть. Перехват мяча, и можно начинать атаку в обратную сторону. Месси. Это может быть опасно. Аут, посмотрим, смогут ли они довести эту атаку до удара. Штрафная совсем рядом. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Терри. Месси. Остроумно сыграно. Хороший пас. Кросс. Потеря. Все, в оборону. Терри. Пас вратарю. Болельщики недовольны. Месси. Может получиться интересная атака. Хорошее владение мячом перед штрафной площадью, но пора бы и обострить. Пенальти. А вот это пенальти, и если сейчас забивает команда, очень вероятно, что и матч выиграет. И тут очень важна выдержка, причем с обеих сторон. И берет 11-метровый голкипер. Как на тренировке. Неплохо действует игрок. Мяч отобранный. Что дальше? Все верно. Пора сместить акцент атаки. Катает мяч перед чужой штрафной в надежде на открывание кого-то из нападающих. Какой перехват! Восторг! Очередная потеря. Пока неплохо. Лукаку! Удар! Вратарь на высоте! Хотел сделать футболист рывок, но поторопился. Офсайд. Посмотрим за этой атакой. Это момент. Защитник не дает развить атаку, перехватывает передачу. Хороший пас во фланг. Терпеливо ждут они своего шанса. Удалось нейтрализовать атакующего игрока. Кто будет первым на мяче? Кросс. Ку-ку, чужие ворота в другой стороне. Пике, Бернабеу. Отобрали мяч у соперника. Теперь можно начинать свою атаку. Тренер домашней команды меняет тактику. Да, он дает указание применить командный прессинг. Ну что, сейчас пойдет совсем другая игра. Да Сильва. Это может быть опасная атака. Это угловой удар.
судья показывает, что будет угловой. Болельщики гостей пытаются свистом привлечь внимание судьи к затяжке времени со стороны хозяев. Если они и дальше будут так неохотно вводить мяч в игру, арбитр может выписать пару желтых карточек. И будет абсолютно прав. Аларкон Суарес. Мяч потерян. Перехват мяча, и можно начинать атаку в обратную сторону. Отличный отбор, но кому достанется мяч? Эриксон. Хотят они довести мяч до верного, чтобы уж наверняка поразить цель. Отобран мяч, надо возвращаться. И пас обратно. Скучновато. Эриксон. Под натиском защитника он мяч упустил за боковую. Пике Бернабеу. Да Сильва. Надежно сыграно. Жаль, мяч не у него остался. Все верно. Края надо чаще задействовать. Можно подать. Прижали соперника к воротам и ждут свой шанс. Росс. Месси. Нарушение правил. За такое судья может и карточку показать. И здорово читают эту подачу защиты. Раньше это называлось корнер, но теперь мы говорим угловой. Судья показывает на угол поля. Арбитр даст доиграть этот эпизод. Атака развивается, можно навешивать. Первый. Нас ждет второй тайм на Висенте Кальдерон. Нарушение очевидное, и судья может показать карточку. Так, это уже интересно. Желтую карточку получает один из ключевых игроков команды. Что же теперь его менять? Нет, но я не думаю, что тренер рискнет и будет менять его в такой важной игре. Но посадил себя на карточку игрок ключевой, действительно, наверное, не вовремя. Хороший обостряющий пас. Заброс вперед. Хорошее владение мячом перед штрафной площадью, но пора бы и обострить. Лукаку!
отражает эту атаку, но мяч еще в игре. Посмотрите, как здорово ходит у них. Флаг поднят, положение вне игры бесспорное. Забрался игрок в положение вне игры, что и зафиксировал арбитр. Да Сильва. Аларкон, Суарес. Кросс. Командный прессинг применяет наставник домашней команды. Пытается найти более выигрышную тактику. Кросс! При массированной обороне всегда легче и правильнее атаковать фланги. В таких нерасторопных действиях гостей болельщики хозяев видят злой умысел и требуют от судьи принять меры. Если гости и дальше так будут оборонять ничью, судья вполне может усмотреть в этом задержку времени. Да Сильва. Росс. Удалось нейтрализовать атакующего игрока. Кто будет первым на мяче? Бросил сразу, как только мяч попал к нему в руки. Лукак. Аут. Просто подарил он мяч сопернику, наверняка получит нагоняй от тренера за это. Тренер хозяев дает указание накрывать соперника прессингом. Наверное, считает, что у них слишком много свободы в передвижении и передаче. Эвра. Эриксон. Долго держит мяч команда, но пора как-то обострять. Навес. Тут защитник. Сами себе забили. Автогол. Да, и такое бывает. Хотел спасти свою команду, и что? Вышло все наоборот. Чудовищный по своей нелепости мяч. Можно только пожалеть потерпевших. Нарушение и штрафной удар. Тут может что-то получиться. Мяч летит в сторону ворот. Будет угловой, а значит и шанс отыграться. Вынос. Главное, чтобы повыше и посильнее. Именно так, наверное, его учили в детской юношеской школе. Точно сопернику в ноги. Неудачно. Отличный отбор, но мяч-то кому достанется? Аут. Терри. Потеря. Все, в оборону. Защитник перехватил передачу. Командам 20 минут осталось играть в этом матче. Слушайте, какая культура паса все-таки у него, а? Отличный отбор, но кому достанется мяч? Ушел мяч. Аут. Можно было получше мячом распорядиться. Пока неплохо.
Владеет мячом команда и выбирает момент для обостряющей передачи. Я уже сбился считать передачи, честно говоря. Их много, и они все точные. Но действительно, хозяевам можно и попрессинговать немного. Ну, если есть силы, то почему бы соперника действительно не попрессовать немного? Великолепный пас. Отличный навес. Головой наносит удар игрок. Надежно сыграно. Жаль, мяч не у него остался. Много еще играть. 10 минут. Ничего не ясно. Голы еще будут. Это я вам гарантирую. Посмотрим за этой атакой. Посмотрите, как здорово ходит у них мяч. Не подобраться. Сыграно жестко, но в рамках правил. Игрок неудачно принял мяч и, соответственно, лишился его. Отлично сыграно, надо решать. Бить надо и сравнивать счет. Конечно, такие моменты надо забивать. Что тут говорить? Все болезни, Георгий, и все промахи в футболе, как ты знаешь, они от нервов. Может получиться интересная атака. Просто невероятный перехват. Да, над вводом мяча из аута им явно стоит еще поработать. Еще 4 минуты проведут команда на поле. Буатен. Свисток арбитра, но не финальный, это штрафной. Предупреждение получает игрок. Отобрали мяч у соперника, теперь можно начинать свою атаку. Блестяще он сыграл, теперь надо грамотно распорядиться мячом. Отличный отбор, но кому-то останется мяч. А вот и финальный свисток. Победа со счетом 1-0. Ну что же, вот этот самый гол, или, точнее сказать, автогол.